Губернатор Андрей Травников потребовал ужесточить контроль работ по благоустройству территорий. Можно уже проявлять максимальную жесткость и требовать от подрядчика любыми способами, в том числе вплоть до расторжения контрактов. Примеры такие у нас были, ну, наверное, самый близкий, в том числе и географически от этого места пример, это Первомайский сквер в городе Новосибирске. Предлагаю этот подход в отношении объектов благоустройства максимально жестко применять, ну, иначе мы ситуацию не переломим. Иначе у нас вот такие нахлебники, с которыми приходится нянчиться, будут плодиться и дальше. Не нужно этого бояться, ни один начатый проект мы не заморозим, все равно в итоге там, перенесем финансирование и поможем вам его завершить, но зато те, кто нас подводит, будет однозначно наказан. В текущем году запланировано благоустройство более 290 объектов. Общий объем финансирования больше 2 миллиардов рублей. Это и общественные пространства, и дворовые территории, и проекты победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, а также объекты, которые благоустраивают в рамках исполнения наказов избирателей.